Всем привет! Праздники – это, конечно, очень хорошо. Нам всем иногда нужно отдохнуть. Но после бурной вечеринки или же, например, Нового года, к нам приходит похмелье. Сегодня поговорим, как быстро снять похмелье, а также небольшие советы на эту тему. Итак, средство номер один от похмелья – это обильное питье. А лучше всего помогает от похмелья избавиться минеральная вода, которая насыщает организм нужным количеством жидких минеральных солей. Средство номер два – это соленье. Это тоже не менее эффективное средство от похмелья. Подойдет, например, квашеная капуста или любой другой соленый продукт, например, огурцы. А еще лучше помогает рассол, в котором находятся эти самые огурцы. Ведь недаром еще наши далекие предки, выпивая с утра стакан рассола, забывали вообще, что такое похмелье. Средство номер три – это хороший чай. На третьем месте по эффективности, а также по популярности, находится горячий чай и свежесваренный горячий бульон. Такие продукты наводят порядок в желудке и бодрят весь организм. Другое дело – время их употребления. Ведь далеко не каждый из нас сможет съесть тарелку бульона с утра, когда все выпитое и съеденное накануне отчаянно ищет выход наружу. Некоторые гурманы предпочитают бороться с похмельем с помощью бульона хаша. Это бульон такой из говядины, который сварен по типу холодца, с чесноком и не менее 6 часов на печи. Совсем привычные к алкогольным вечеринкам личности предпочитают побороть похмелье с помощью того же средства, от которого оно и возникло, а именно рюмка водки или бутылка пива. Но такое средство на самом деле не помогает бороться с похмельем, а только его оттягивает. Прекрасное средство от похмелья – это холодец. Большое содержание жира в этом блюде помогает быстрее вывести продукты распада алкоголя из организма. Также молоко или кефир помогает расслабиться и забыть о похмелье. Многие рекомендуют выпить перед сном, после хорошей пьянки, цельное коровье молоко. А утром ни похмелье, ни желание избавиться от него вас больше не побеспокоит. А самое лучшее средство от похмелья – это подготовка организма к принятию алкоголя. Имеется в виду плотный ужин и дополнительный прием адсорбентов, а также активное времяпрепровождение алкогольной вечеринки. А также не стоит забывать, что все должно быть в меру. Алкоголь в этом не является исключением. Поэтому пейте в меру и кушайте много. Всем приятных выходных и всех с новым 2020 годом!